Медиакорпорация Китая и столичная школа Цзиншань подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве и создали Центр совместного воспитания детей, который получил название «Дом школа общества». Новая образовательная площадка позволит в полной мере задействовать ресурсы медиакорпорации Китая. В планах совместно выпускать новости и проводить тематические мероприятия, а также открыть медиа-центр при школе. Ученики смогут попробовать себя в качестве стажеров, репортеров, предлагать свои идеи и учиться напрямую у сотрудников главного телерадиовещателя Китая. Благодаря поддержке медиакорпорации Китая в нашей школе появятся новые разнообразные социальные практики. Таким образом, повысится качество подготовки учеников. Мы надеемся, что совместными усилиями сможем помочь им развиваться нравственно, интеллектуально, физически и эстетически. Мы с удовольствием воспользуемся возможностью всестороннего саморазвития. Мы будем расти сами и внесем свой вклад в строительство сильной, современной социалистической страны. Создание воспитательного центра на базе школы Цзиншань станет вкладом не только в реформу образования в Китае, но и в процесс создания сильной и образованной нации в соответствии с предложениями председателя КНР Си Цзиньпина.